сегодняшнем евангельском чтении. Мы с вами слышали евангельское повествование о том, как Господь исцелил двух бесноватых. И как эти демоны, бесы просили, чтобы Господь позволил им вселиться в свиней. И всех этих свиней они погубили, потому что все стадо ринулось в Генесарецкое озеро. И там утопло. Дорогие, мы здесь видим, во-первых, великую разрушительную силу бесов, самого бесовского. Великую силу, потому что этих бесноватых пытались и связывать железными оковами. Но именно не чистая сила, не человеческая, а не чистая сила, она эти путы железные разрывала. Эти железные оковы разрывала. С другой стороны, да, мы видим, что эта сила, та, которая стремится все победить. И вселившись в свиней этих животных, эта сила тоже победит. Но вместе с тем, мы с вами здесь видим и великое их бессилие. Без позволения Божия. Сами бесы. Все могли вселиться в стадо свиней, не могли. И говорили и просили они у Господа: повели нам войти в стадо свиней. Вместе с тем, мы также, дорогие, если вспомним книгу Иова Многострадального, то сатана без разрешения Божия, без попустительства Божия, он ничего не может сделать. И только соблюдает тот предел, который ему попускает Господь. Поэтому нам с вами, дорогие, необходимо пребывать с Богом. Нам необходимо регулярно молиться. Нам необходимо регулярно исповедоваться, причащаться, соединяться с Господом в таинстве, в великом таинстве святого причащения. То никакие козни дьявольские нам не будут страшны. А если мы с вами удаляемся от Бога, если мы сами впускаем в свое сердце различные помыслы, различные желания, которые нас уводят от Бога, мы тем сами в себя вручаем в руки бесовские. Дорогие, вот это всегда мы с вами должны помнить.
и да не будет этого с нами. Аминь. Храни вас, Господь.